Ну, палки пойдем. Ё-моё! Офигеть, это Монти! Он скинул нас в воду! 10-й ФНАФ вышел. Да, это долгожданный ФНАФ Руины. Наконец-таки мы сможем в него поиграть. Поэтому с вами Мишусин, как всегда. Присаживайтесь поудобнее и погнали пройдем эту игру. Так, офигенно. Играть в Руину. Играть в Security Breach. Внимание для полноценного прохождения. Да-да-да, мы уже прошли ФНАФ. А, да, я, кстати, только что попробовал поиграть. Это офигенно. Поэтому создаю новый профиль. И наслаждаемся этой гаднотой. Так, у нас идет загрузочка. Это офигенно. Вот это то, что было в трейлере. Я, кстати, уже видел это, но это офигенно. Просто посмотрите на это. У нас прогружается карта потихоньку. Так, это кто у нас? Кэсси? Да, это Кэсси! Офигеть, ребята! Это Кэсси. Вон, да, она с косичками. Это офигенно. Грегори. Грегори, ты меня слышишь? Я получила твое сообщение. Офигеть, это Кэсси, да. Кэсси, Грегори, ты меня слышишь? Офигенно. Лестница, их еще не было. Вау, вот это скорость. Офигеть. Никак не пойму, зачем Грегори сказал мне прийти в это заброшенное место, когда его самого тут нет. Шум какой-то. Что это? Может, если собраться туда, будет лучше? Видно. Может, лучше видно? О, боже, да. Это наш ФНАФ. Это, как раз, основной вход. Только он теперь стрёмный и очень некрасивый. Офигенно. Как это круто. Я надеюсь, вы готовы. Так, нам нужно вон туда пробраться. Это ж тут Фредди стоял. Офигеть, вон он. Так, сюда мы не можем. Так, пойдем значит, туда. Don't go in alone. Офигеть, тут написано, не ходи сюда одному. Офигеть. Вот, нам сюда, походу. Да-да-да. Ё-моё. Требуется предмет. Нет, без фонарика я туда не пойду. Офигенно. Как мы ждали этот ФНАФ. И вот он. Так. Оп, а, да, вот фонарик. Благодарю, бот. Спасибо за фонарик. О, как это офигительно. Ух, погнали. Поэтому приятного просмотра, дружище. Это будет кайфовая серия. Ну, погнали теперь в эту заброшенную страшную фигню. О боже, как это чудесно. Вот это я понимаю страшно. Бедный Федор, что с ним сделали? Офигеть, Фредди. Жесть. Так. А, куда нам? А, вот на ту лестницу. Это чудесно, ребят. Погнали. Так. Спасибо за не страшный скример, игра. Этот фанфест уже страшнее, чем оригинальная серия. Фух, ну погнали. Вот это я понимаю, скример. Я этого абсолютно не ожидал. Так, Фоксяныч наш тут. Кстати, Фоксяныч, мы же его не видели как раз таки еще. Так, ну погнали. Так. О, это мы в основной локации. Ё-моё. Это же детский сад, да, вон. Дейкер. Грегори, сос. Он где-то там. Грегори, сюда. Что там? Грегори. О, это рация. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Я в ловушке. Здесь кто-нибудь? Грегори, я получил твое сообщение. Ты где? Помоги мне. Мне что-то схватило. Оно не отпускает меня. Найди меня. Я нахожусь в провале под гоночным треком. Под гонками Рокси? Это же в другой локации. Это же в другой стороне здания. Туда еще идти. Я даже не близко. Рокси рация. Офигеть. Ну, походу, нам сюда. Опять это... Что за звуки? Офигеть. Ё-моё! Вот это да, лифт! Ну, повезло девочке, чуть лифт не придавил. Ух, вот это скорость. Полетели по этой супербыстрой лестнице. Ну что, вот так вот, если так будет быстрее. Вот это имба, я понимаю. Так, мы не можем осматриваться. Тут блокируют камеру. Невидимая стена. Так, и шифт тоже тут не работает. Мы не можем быстрее пробираться. Фух. Мы тут. Нет, да, нет, нас закрыли. Ну, что ж поделать, придется сюда идти. Так, я вижу знак сохранения. Мне это очень не нравится. Обычно после сохранения происходит какая-то полная дичь. Надеюсь, мы тут не встретим того мюзикмена. О, еще одно сохранение. Я думаю...
Ну я что-то слышал. Вон, да, какие-то звуки там. Офигеть. Как это круто, это же наш любимый фнафец. Вот он. О боже, это чудесно. Ё-моё, это же кухня. Фу, тут жуки. Кейси, я в порядке? В порядке. Фух. Так, мы на кухне, где тут Чика? Блин, главное еще не встретить ее. Потому что мне что-то кажется, сейчас идеальный момент, чтобы показать Чику. Потому что в основной игре тоже Чика была первая, кого мы встретили. О, это же... Так. Тихо-тихо-тихо. Ладно, ее там нету. Это же штука, которую мы видели в трейлере. Ё-моё, что с ней? Чика? Чика, что с тобой случилось? Ты ужасно выглядишь. В чем она? Что это за дичь? Ё-моё. Вот это страшно, реально. Ё-моё, офигенно, разрабы постарались. Так, идем дальше. Фух, вот это кайф. Вот это я понимаю, фнафет, то, что нужно. Что это за звук? Это звук Монти. Да-да-да, это звук Монти. Офигеть, он где-то там. Ну, погнали. Боже, это офигительно, ребят. Так, что у нас тут? Ага, нам сюда. Опа. Это что такое? Что за штука? Кажется, она должна приводить в движение дверь. Ага, она должна открыть эту дверь. Так, и как нам ее открыть? Что за пищит? Это же штука из трейлера! Да-да-да, это тот момент, который мы видели в трейлере. Вот она, фаз-ключ, прямо как у моего папы. Офигеть, вот это и маникюрчик, конечно, красотка. Так, фаз-ключ. Ну, погнали. Просмотр действий. Ух ты, вот у нас фонарик, фаз-ключ и рок-сирация. Так, использовать. Да, мы видели это в трейлере. Зарядите все проводники до необходимого уровня. Направьте фаз-ключ на проводник, чтобы зарядить его. Так, ну фаз... Уровень, походу, который нужен, это голубая штучка. Ну, ладно, я полностью заряжу. Офигенно. Так, куда теперь? А, вот сюда теперь. Все, хорошо. Офигеть, как это круто. Все, хорошо, мы зарядили дверь. Вау. Так, спускаемся под этим темным разрухом. Вот это криповая, конечно, дырень. Как это здорово. Это просто очень страшная локация. Это Блоб! Вы видели, это Блоб! Блоб вернулся! Это же та слизь со всеми аниматроников, которая утащила Бернтрапа. Офигеть, это Блоб, он здесь! Это лучшая часть ФНАФа, ребят. О боже, это офигенно. Это же те локации, по которым мы все время ходили. Ё-моё. Офигительно, этот ФНАФ просто бомба. Леди и джентльмены, офигеть. Вот это крепота. Ну погнали, это просто чудесно, я так рад. Так, здесь у нас что? Нет, фу, я думал, сейчас крепманет меня. Нет, все нормально. Бежим дальше. Так. Что у нас тут? Как это дырень? Так, и сюда. Ага, сюда мы не можем. Так, ну ладно. Походу нам в эту дырень. Ну, попался, не пойдем. Ё-моё! Офигеть, это Монти! Он скинул нас в воду! Он там игрушки Монти! Офигеть, меня аж вздрогнуло! Я сейчас летел! Мы в воде плывем! Five Nights at Freddy's Security Bridge. Руины! О боже, это офигенно! Фух. Вау! Вот это крутое начало игры! Это было очень эпично! Так, мы в какой-то трубе, которая не прогрузилась. Ладно, подождем, пока она прогрузится. Кригрей находится под гоночным треком. Пути назад нет. Единственный выход идти вперед. А, вот, все, прогрузилось. Да бедная. Офигеть, нас он. Ах, моя голова. Куда делась эта жуткая мантиподобная тварь? Нужно выбраться отсюда, прежде чем она вернется. Что? Я не хочу, чтобы эта тварь возвращалась, ё-моё. Это было очень жутко. Так, ну поползли тут. Вау. Вот это. Ш-
Что это был за звук? Он мне не нравится, это звучит, как будто какая-то тварь пришла к нам. Так, все, что? Бочки с радиацией? Ладно, сделаю вид, что я этого не видел. Так, ну поехали. Что? А, мы в локации Гольфа Мун. Ё-моё! Вот с масками. Это маска Ванесса, которую мы видели тоже в трейлере на долю секундочек. Вот она. Вот с масками. Спасибо. Желаю. Странно, это не маска Бонни. Нифига себе. Гляди, тут провода и все такое прочее. Нифига себе. Ну ладно. Сдох наш пацан. Так, и что теперь? Р надеть маску охраны. Чё? Круто. Вас приветствует Ваня, виртуальный ассистент с новаторским нейросетевым интерфейсом. Вот откуда это имя Ваня. Обнаружен новый пользователь. Выполняется сопровождение затылочного транспондера. Сохраните спокойствие, больно не будет. Звучит что-то очень страшно. Так, офигеть. Тут у нас что? Вон там что-то горит. Это что за кубик? Игрушка Гламонти. Ар! Офигеть, это виртуальная версия игрушки. Так, а если снять маску? А, почему ты все еще здесь? Привет, реальный мир. К счастью, имплант-транспондер позволит мне передавать данные по беспроводной сети, даже когда ты не носишь маску. Еще одно потрясающее преимущество, доступное техническим специалистам класса 5 или В. Конечно же, тебе придется снова надеть маску, чтобы заняться настоящей работой. Вот это да. А, мы тут не можем пройти. А с маской? Чё? Это вот так вот в ванне проходило сквозь стены. Офигеть. Так, ну погнали. Вот сюда нам. Так. Заряжаем. Это все, что было в трейлере. Так, зарядите все проводники до необходимого уровня. Ну погнали, сейчас опять зарядим. Вот это имба. Вот мне кажется, сейчас кто-то сможет кто-то съесть. Мне страшно. Блин, нас кто-то съест. Вроде мы живы. Хорошо. Офигенно, это туалет. Чики. Так, идите у нас что? Куда нам? Наверное, маску опять надеть надо. Могу поклясться, дверь была заблокирована. А, офигеть, опять эта дверь, которая просто, что с ней? Она расплавилась. Вот это да. Так, нам сюда. Я слышу какие-то звуки. Опа, тут есть дверь. И еще один кубик. Вот, это походу вот эта штучка вместо наших игрушек привычных. Пиньята Бонни VR версия. Офигеть. Походу нам всегда надо будет ходить в маске, чтобы видеть их. Опять банки с радиацией. Походу, братанчик наелся их. Так, это фаш-шипучка. Офигенно. Так, вот мы на локации Гольфа Монти. О, это то, что мы видели в трейлере. Так, что это еще за штука? Это станция камер наблюдения для технических специалистов компании Fazbear. К счастью, она уже установлена и оснащена активным источником питания. Так, использовать. Этими маленькими прямоугольными... Что? Монти! Офигеть, вон он! Этими маленькими прямоугольниками обозначит действующие камеры наблюдения в области. Выбери камеру, чтобы увидеть изображение с нее. Нажми мигающую кнопку интерком. Грегори, ты меня слышишь? Нифига себе! Офигеть, он криповый! Эй, это же мой голос! Скажи, клевый трюк, для этого я использовал образцы твоего голоса. Опытные сотрудники используют подобные записи с циркома, чтобы направлять аниматроников в нужное место. Ну, к местам раздачи автографов и проведения фотосессий. Это же как в третьем ФНАФе со спрингтрапом. Ё-моё. Так, погнали сюда. Вот он. Офигеть, я не хочу призвать его к себе. Вот нам, походу, туда идти, поэтому я позову его, пожалуй, подальше. А, теперь нету. Только тут теперь не «Хай», а «Грегори, ты меня слышишь?» Вот мы видели этот фрагмент на секундочку в трейлере, я даже показывал, а секретный был фрагмент. А почему я не могу теперь призвать его? Мне страшно. Офигеть. Ну, я думаю, на сегодня на этом хватит. Прямо сейчас я выпущу для вас этот видосик, чтобы поскорее его выпустить, чтобы вы все увидели эту имбу. И сразу же начну записывать второй, который тоже сегодня выйдет. Поэтому обязательно ставь лайк и жди следующий видосик. Спасибо за просмотр, пока-пока, до скорого.